Сорвал! Сбил! Упал, закрылся! Тяжело? Вы так же должны прорабатывать, как будто вы что? Где боретесь? На соревнованиях. Пристань, встань. По 10 раз пошли. Представь, что борешься. Сорвал. Под шаг и сбиваю. Посмотрите, сорвал. Левая нога подходит к его правой ноге. Правая нога подходит к своей атаке. Я где должен оказаться? Сбоку него. Своим левым плечом я должен прижиматься к его правому плечу. Теперь ногу ставлю на что? На что ставлю? На носочек. Не 3 километра. Моя нога, посмотрите, прижата к его ноге. Колено согнуто. Если вы колено выпрямите, все, там запаса не будет. Вы же изгибом колена будете выбивать. И отсюда руками продергиваю перед собой вниз, а изгибом коленом начинаю выбивать. И отсюда потом дальше начинаю работать. Переворачиваю. Вы должны представить, что вы сейчас боретесь на соревнованиях. Я вышел, вот, мы стали вправо направо. Я левой рукой максимально, посмотрите, 4 пальцами собираю рука в свою ладонь. Мизинец опускаю вниз, большой палец вверх. Сорвал его захват. Левой ногой подтягиваю, посмотрите, у меня ноги как амортизатор. Вот, полусогнуты колени. Левой ногой шагаю к его правой ноге. Раз шаг, два. Правой ногой ухожу с линии атаки. Моя задача, посмотрите, сделать крестный шаг. Я должен левым плечом стоять к его правому плечу. 3. Что я делаю? Руками продергиваю вниз. Правую ногу, посмотрите, ставлю. Свою левую ногу, точнее, ставлю. На носочек, посмотрите сюда. Моя задача, чтобы было прикосновение. Я своим изгибом колена сейчас буду выбивать его ногу, правую, которая стоит спереди. Изгибом колена, посмотрите, ногу ставлю свою на носочек. И теперь руками сейчас буду продергивать вниз, а своим изгибом колена выбивать его правую ногу. Руками продергиваю вниз. Вот движение.